лицо аудиторе! Входи, входи! Если не войдешь, я убью тебя! Бартоломео! Подожди! Я познакомлю тебя с женой! Пантасилея! Пантасилея! Где она? Ты под столом смотрел? А, вот она! Рада познакомиться. Я очарован. А теперь поговорим о войне. Как идут сражения с французами? Бене, мы неплохо держимся. Макиавелли считает, что все не так уж и хорошо. Ты знаешь Макиавелли. Абьямо бессонью дель востро аюто! Скузатами! Кидай бьянку! Эцио, я скажу все как есть. Положение очень серьезное. Нас атакуют с двух сторон. С одной стороны Борджиа, с другой французы. Но знай, у Борджиа скверные солдаты. Если тебе удастся победить их с французами, мы справимся. Я уже кое-что придумал. Спасибо, что сообщили мне это, Мадонна Альвиана. Это меньшее, что жена может сделать для мужа. Остановите командира! Не дайте ему... Ты меня не поймаешь! У меня странное чувство. Домой! Прошу! С меня хватит! Больше я не буду бежать! Добрый господин, отпустите меня! Я никому не... Я его уже видел. Не дайте ему уйти! Куда он делся? Ага, бей его, ребята! Мой друг! Вот он уходит! В этом плаще! Я нашел его! Который пытается не попасть! Я тебя вырву! Он убегает! Быстро! Хватайте его! Стой! Тогда выберешь, как он тебя убить. Он там! Взять! Yeah.
Эцио! Эти Луриди Кодарди бегут в горы! Это точно. Теперь, когда папские лакеи сбежали, я смогу набрать больше людей. Но сначала надо укрепить казармы. И кто этим займется? Я ничего в этом не понимаю. Это ты у нас ученый, может, займешься этим? Вабене, но взамен я хочу знать о каждом шаге Чезаро и Родриго. Твои люди могут проследить за ними? Конечно. Разве она не красавица? Я впечатлен. Новые люди приходят каждый день. Парни стараются вовсю. Вот здесь имена лучших бойцов. Докажешь свое мастерство, окажешься в первых строчках. Хм. Я не должен быть уже первым. Внизу бьется Джан. Хочешь похвастаться силой? Участвуй в боях. А мне пора. Я поставил на одного из бойцов. Где Бартоломео? Внизу смотрит на бой. Он такой агрессивный. А я предпочитаю мыслить стратегически. Возьмем, к примеру, этих голубей. Каждого послал Макиарелли, прикрепив имя влиятельного тамплиера. Устранишь их, и эффект будет сильнее, чем от победы в сражении. Спасибо за объяснение. Вы можете попросить Бартоломео навестить меня на Тиборском острове и сообщить о том, где находятся Чезаро и Родриго? Он придет к вам. Покажи моим парням, на что ты... Thank you.
Мадонна, есть ли новости от Макиавелли? Да. Голуби доставили имена ключевых агентов Папы. На праздник в Рим прибыло множество пилигримов. Церковь берет их деньги в обмен на отпущение грехов, а тем, кто отказывается платить, угрожают вечным проклятием. Агенты доставляют собранные деньги Чезаре. Я заставлю их забыть о деньгах. У меня даже есть вся Голгофа, Джан-Луиджи. Счастливый подходите, день. Друзья! Теперь в моей сегодня мастерской у меня свежие пиявки! Исключительно талант. Впечатляет, но лучше держаться подальше от стражи. Какая необычайная дерзость. Он не робкого десятка, верно?